Нам, городским жителям, жизнь оленеводов-кочевников кажется очень романтичной и красивой. Бесконечные горы, хрустальные ручьи, стада благородных красивых оленей, свобода и простор. Лишь немногие знают обратную сторону. Усталость, опасность, боль во всем теле от многочисленных травм, одиночество. И со всем этим приходится справляться самим. И раз в год на празднике День оленевода во всей красе демонстрируют свою мужественность и силу, смелость и навыки настоящего таежника. Праздник проходит, и опять они остаются один на один с природой, с собой и с жизнью. Александр Погодаев поет песни. Песни разные. Мелодии и слова рождаются во время длинных кочевок, зимними вечерами в теплой палатке, короткими летними белыми ночами и подмерный перестук осенних дождей. Песни спасают от разных мыслей, отчаяния и тоски. Блокнотик и карандаш всегда под рукой, как и верная подруга гитара. Звон тишины нарушал, лишь ветер ласкающий кручи, к вершинам жемчура взлетал, лишь бился родник, словно венка, на сером леске у горы. Да тихая песня Оденка звучала до поздней поры. Он шел по тропе своих предков, он жил по законам отцов, и каждая птица и ветка его узнавала в лицо. В последнее время Александр стал чаще выступать, записывает новые песни, гастролирует, общается с другими певцами и авторами, наполняется идеями и мыслями. В итоге появляются новые мелодии и слова на родном материнском языке. Да, это еще начиналось в 90-х годах. Тогда со мной был Андрей Громов, а где? Это Саймикона, тоже ЛН. К сожалению, его сейчас нету с нами. Вот тогда мы начинали с ним вдвоем что-то пытались на венском сочинять, импровизировать на гитаре, мечтали. Но вначале это было как бы просто хобби. Но со временем я осознал, что
нужно петь, сочинять песни именно на своем родном языке. Потому что мы еще тогда с Андреем понимали, что наш язык, наши традиции, наша культура буси начали исчезать. И мы между собой все время разговаривали на венском. Он выпустил свой один диск, потом, к сожалению, ушел. И вот, когда я осознал это, что подумал, может быть, услышав, ну, молодежь, услышав мои песни, может, начнут изучать уже свой родной, забытый, красивый язык наших предков. Таким образом я... Да, я в начале 90-х начинал, но потом у меня был перерыв 13 лет. Я вообще не пел, нигде не выступал. Жил в тайге, пас оленей, ну, общины свои. Но потом, спустя 13 лет, мы встретились с Дилустаном Сидоровым, это основатель студии «Тунгус Рекордс». Это была его идея именно создать свою студию. И вот благодаря ему я записал тогда свой первый диск, спустя вот такой большой промежуток времени. И она, после того, как мы с ним встретились, я начал уже заново как бы вспоминать свои старые песни, писать новые. И нам это удалось благодаря вот именно Дилустану Сидорову. Спасибо ему большое. И спустя 3 года я выпустил второй диск своих песен на родном уральском языке. Помог нам мне Свинобоев Александр Иннокентьевич, это предприниматель и глава УЛУСа. Самые счастливые воспоминания связаны с детством, когда отцовские олени самые сильные и красивые, а теплые мамины руки вкусно пахнут оленьим молоком, и лето длится вечность. Ну, мой отец, он родом из Хабаровского края, село Китанда. Он родился там, вырос, оттуда ушел на Великую Отечественную войну. Прошел сквозь огонь и ад, и после этого вернулся к себе на родину, но его послали работать в Каюру, Усть-Майский район. Он тогда возил экспедиции. Таким образом, он приехал в Усть-Майский район, поселок Алвахюнь, и там нашел, встретились с моей мамой Марфой Михайловной. И после этого они перегнали стадо в Тампонский район, и мы там родились. Но в Усть-Майе еще тогда Татьяна Петровна, самая старшая сестра, там она родилась, Мария Петровна и Михаил Петрович. А мы все родились в Тампонском районе, село Тампо. Мой отец был профессионалом своего дела, удостоен лауреата государственной премии. Это, можно сказать, в республике один из оленеводов, который получил такую высокую награду. Воспитали они и вырастили 9 детей. Марфа Михайловна одна из самых первых мастериц в Тампонском районе, которая начала вышивать унты с орнаментом. После этого прославились как тампонские унты. Шила очень красиво. Сейчас уже спустя столько лет, прожив свою жизнь, вспоминаю, каким тяжким, добросовестным трудом она жила. Например, я летом, когда спать ложился, она все еще шила, там камусы выделывала, шкуры. А когда утром проснешься в палатке, уже пахнет жареным мясом, лепешки уже состряпало, уже сидят они
с отцом моим чай пьет, разговаривает. И вот было всегда так счастливое свое детство. Именно с родителями, именно в тайге и со своими оленями. В совхозе Тампонское было три фермы. Сунтарская, это там Мария Петровна, моя сестра, была заведующей. Бараинская и Адычинская. Вот такой вот большой. Большой совхоз был. Поголовье очень большой. 26 300, по-моему, было поголовье. И вот, смотря на своих братьев Алексея, Евгения, как они работают, они меня учили все время. И вот даже с малых лет я учился охотиться на снежного барана, на дикого. Вот с малых лет я держу ружье в руках. И вот такой вот каждый день чему-то мы учились, смотря на своего отца, на своих братьев. Конечно, было очень трудно. Я даже когда маленький был, очень боялся обучать верхового оленя, учек называется. И вот Евгений меня учил этому. Он каждую ночь садил меня, начинает дрыгаться, выкидывает, падаешь, больно, там плачешь, но все равно садишься и едешь. Он меня мучил. Но сейчас, спустя годы, я думаю, он меня таким образом учил, этим навыкам. Ведь каждый олень разный. Это другие смотрят, ну, которые не знают оленеводства, оленей, что все одинаковые, что и они, олени, вообще очень разные по характеру, цвета. Например, этого оленя надо обучить именно на нарт, потому что у него фигура другая. Вот этого вот на верховика, другого просто грузовой он должен нарт тащить или вьюки. И вот таким образом мы учились через слезы, через страх. Но спустя такое время я осознаю, что они этим дали мне навыки. Ведь если ты остаешься один на один с природой, это же экстрим. Не дай бог там с горы, со скалы упасть. Или там под обвал попасть. Ну, всякое бывает в тайге. И ты остаешься один на один с природой. После этого, спустя годы, я несколько лет жил один в тайге. И вот эти навыки, они очень мне пригодились. Потому что я уже заранее знал, что нужно кочевать. Вот олени себя не так ведут, стадо не так ведет себя. Значит, они уже хотят на новое место, то есть на целик, где снег. И в то же время тоже выбираешь все время зимовку, например. Чтоб олени там хорошо стояли, кормились, ну, упитанность, чтоб нормальная была. Вот это все надо учитывать, когда вот кочуешь, работаешь вот в пространстве. И вот даже когда оленей гонишь, передовой олень впереди ходит или сзади ходит. Вот такие бывают олени. И когда гонишь, пригонишь, таких нету. И ты уже примерно знаешь, где они могут быть. Чай попил, покушал, поймал оленя верховика и поехал. Нашел их, пригнал. Это то есть каждый день, каждое утро вот мы собираем оленей. И знаешь всех оленей практически в лицо. Ну, многие думают, что оленевод – это профессия. Этим он зарабатывает. Это не так. Оленевод – это образ жизни. Потому что мы испокон веков жили в тайге, жили по законам тайги, соблюдали эти законы. И не только вот мы, но все малочисленные народы севера. Вот здесь в Якутии живут 5 малочисленных народов. Ну, они знают, о чем я говорю.
То есть мы живем там, мы живем этим, мы живем со своими оленями, живем среди своих гор, на своей земле. Законы тайги соблюдали. Мама все время говорила, нёнь, тащиновил год, нёнь товарок. Это по-лугански нёнь, это большой грех. И со временем молодежь забыла вот это слово «нёнь», грех. Нельзя так говорить, нельзя так делать. Вот это. Она остерегала нас от, то есть от каких-либо поступков. Ну вот, например, пошел на охоту, там увидел штук 10-20 снежных баранов. Подкарался ты, только одного взял и все. Потому что тебе больше не надо, даже если летом взять, он просто-напросто стухнет и пропадет просто так. И когда мы добывали, например, дикого оленя, снежного барана, ну там сахатого, все время это мясо разрезали, все. У нас был такой лб. Ну, там чайник кипятили, варили летом. Потому что в палатке летом жарко печку топить. Печку топили только тогда, когда пекли хлеб. А все остальное время вот это вот лб, он все время горел. И вот это мясо развешивали, сушили, то есть солили и сушили, чтобы она не испортилась. Таким образом мы сохраняли это мясо. Котинги она называется. И вот когда едешь на ночное дежурство или дневное, и вот мы брали с собой вот эти вот котинги, в карманы пихали и целый день вот так грызли. Но мы общину создали в конце 90-х, когда начало все распадаться. И мы собрались все вместе и решили создать свою частную общину имени Петра Егоровича Погодаева. Это наш отец. И таким образом мы продолжили дело своего отца. То есть зарегистрировались как община и начали выращивать своих частных оленей. Тогда вначале, да, конечно, было очень трудно. После развала Советского Союза, как бы уже надо было искать другие направления, чтобы выйти, выжить и жить достойно, красиво, творчески. И нам это удалось. Конечно, были свои трудности. Долгое время нас не регистрировали как частную общину. Были гонения. Но мы это все выдержали и прошли. Мария Петровна, она депутат Верховного Совета СССР. Тогда еще получила второе образование по специальности биолог, преподаватель. Но она выбрала другое направление. И она очень много сделала для нас, для оленеводства в целом по республике. Очень помогла очень многим оленеводам. Она создала устав для родовых общин. Тоже это было очень трудно. И 91 году приехали сам из Норвегии в село Тополинное. Она их привезла, ну как бы по приглашению. После этого они начали сотрудничать, и в 97 году они создали Ассоциацию оленеводов мира. И как сказал один норвежский оленевод Йохан Матистури, он сказал, оленеводы, они не уходят на пенсию. То есть
А для него он всю жизнь до конца своих дней будет в своем движении, в вечном движении по жизни. И только этим будут то, что оленевод двигается, работает, думает наперед. Благодаря этому оленеводство, то есть его олень, будут всегда. Но я думаю, в будущем оленеводство будет. Но это зависит от самого человека, от самого оленевода, как он будет мыслить, как двигаться. В тайге, конечно, очень трудно. Там нет ни интернета, ни света, ничего. Вот круглый год ты живешь в палатках. И сделать программу, чтобы хотя бы на зимних участках маршрута строили вот теплые домики, бани обязательно, чтобы ты прошел сильнее, там помылся, попарился, отдохнул, спать лег, чистый постель. Есть у меня племянник Стас, это сын моего брата Евгения. Вот он, да, он очень работящий, знает повадки оленей, характер оленей. Этому ему научил мой брат, ну, его отец Евгений. Это очень упорный, настырный молодой оленевод. И работали и Виталий, и Валерий. Вот для Стаса, например, это оленеводство, это вся его жизнь. Этим он гордится, что он пошел по стопам своего отца. И вот хочет заработать именно, создать свою частную общину, чтобы быть там хозяином своей земли, своих оленей. И это правильно. Я очень поддерживаю его. Сейчас молодежь, конечно, не будет идти работать за маленькую зарплату. Михаил Погодаев, вот замминистра Арктики, он придумал такую программу «Молодой оленевод», где там, если он работает, дают 1 000 000, по-моему. Это очень хорошая программа. Можно было бы еще какие-нибудь другие программы вести, чтобы молодежь заинтересовалась. Также я хочу поблагодарить правительство нашей республики Саха, Якутия, то, что они поддерживают частные общины. Есть даже федеральный закон про коренных малочисленных народов Севера о поддержке, выдвигает какие-то проекты, реализовывает их. Мы, частные общины, мы получаем такую же зарплату, как совхозный, ну, МУП, ГУП, СПК. И вот благодаря такой поддержке мы остаемся на плаву. Им за это очень мы признательны, благодарны правительству Республики Саха-Якутия за содействие вот нашим общинам родовым. Большое им спасибо.